Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие яркие, красивые, ажурные мотивы крючком и соединять их между собой. Для работы я использую нитки виолет и пеликан, крючок номер 1,25. Берем ниточку желтого цвета, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 воздушная петля. Вводим крючок в первую воздушную петлю, провязываем соединительный столбик, тем самым замыкаем нашу цепочку в круг. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема. И в полученное колечко провяжем 23 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Продолжайте вязать столбики без меня. Всего 23 столбика с одним накидом. Провязали 3 воздушные петли подъема и 23 столбика с одним накидом в колечко. Заканчиваем ряд, провязывая соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и в эту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем вершину одного столбика, в вершину следующего столбика. Будьте здесь внимательны. Вот 3 воздушные петли подъема, вот столбик и вот в эту вершинку следующего столбика провязываем столбик без накида. Снова вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем вершину одного столбика, в вершину следующего вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем вершину столбика, в вершину следующего вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Столбики без накида мы вяжем за обе полупетли столбика предыдущего ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязываем арку из трех воздушных петель и соединительный столбик в первый столбик без накида. У вас должно было получиться 12 вот таких вот арочек из трех воздушных петель. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в полученный мотивчик. Спрятали хвостик нити. Вот что получилось. Теперь берем нить другого цвета. Я беру вот такую розовую ниточку, выполнила начальную петлю. И теперь присоединяю эту нить под одну из арок из трех воздушных петель предыдущего ряда. Вот таким вот образом вытягиваем начальную петельку на лицевую сторону, провязываем три воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик

6, 7, 8. И в девятую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Провязали. В следующую воздушную петлю цепочки вяжем столбик с одним накидом. Следующую воздушную петлю снова провязываем столбик с одним накидом. В следующую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. И в следующую воздушную петельку провязываем столбик с одним накидом. Получилось 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок и под следующую арку из трех воздушных петель вяжем столбик с одним накидом. Далее снова набираем цепочку из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. От крючка отсчитываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в девятую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. В следующую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. В следующую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом в следующую воздушную петлю. И в следующую воздушную петельку вяжем столбик с одним накидом. Всего получается 5 столбиков с одним накидом. Под следующую арку вяжем столбик с одним накидом. И снова будем набирать цепочку из 13 воздушных петель и вязать 5 столбиков с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Вот провязали 13 воздушных петель, 5 столбиков с одним накидом и заканчиваем ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку и обрезаем нить, прячем хвостик в мотив. Вот такие вот получились у нас и лепесточки центрального цветка, у вас должно было получиться их 12. Спрятали хвостики. Теперь берем нить зеленого цвета. Я сделала начальную петлю и прикреплюсь под одну из вот этих арочек из 8 воздушных петель. Вяжу 3 воздушные петли подъема, заменяющий столбик с одним накидом. Далее провязываю арку из двух воздушных петель. Под эту же арку из 8 воздушных петель провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные петли вяжу столбик с одним накидом под эту же арочку. 2 воздушные петли столбик с одним накидом под эту же арку. 2 воздушные петли столбик с одним накидом под эту же арочку. И еще две воздушные петли и столбик с одним накидом под эту же арку. Должно было получиться 3 воздушные петли подъема и 5 столбиков с одним накидом, между которыми мы вяжем по 2 воздушные петли. Теперь под следующую арку из 8 воздушных петель вяжем столбик с одним накидом Две воздушные петли. Снова сюда же вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Еще один столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Сюда же вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Столбик с одним накидом под эту же арочку. Две воздушные петли. И еще один столбик с одним накидом под эту же арку. Всего получается 6 столбиков с одним накидом между ними вяжем по 2 воздушные петли. Под следующую арку вяжем точно так же 6 столбиков с одним накидом, между ними вяжем по 2 воздушные петельки. Первый столбик, второй 2 воздушные петли, 3-2 воздушные петли, 4. 2 воздушные петли, 5 2 воздушные петли и шестой столбик с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Обвязали все арочки и заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Далее. Вот у нас арка из двух воздушных петель предыду предыдущего ряда. В каждую из этих воздушных петель провязываем по одному соединительному столбику. Вот таким вот образом вяжем одну воздушную петлю подъема. И в вершину вот три э, воздушные петли подъема были. Вот у нас идет первый столбик с одним накидом. В его вершинку вяжем столбик без накида. Под арку из двух воздушных петель вяжем два столбика без накида. Вершину следующего столбика вяжем столбик без накида под арку из двух воздушных петель, она у нас центральная арочка, вяжем столбик без накида, далее 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5 и под эту же арку вяжем еще 2 один столбик без накида. В вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. Под арку из двух воздушных петель вяжем два столбика без накида. И в вершину следующего столбика провязываем столбик без накида. Вот что получилось. Далее провязываем 3 воздушные петли. И вот у нас идут следующие 6 столбиков с одним накидом, между ними арки по 2 воздушные петли. Пропускаем первый столбик, вершину второго столбика, провязываем столбик без накида, 2 столбика без накида под арочку из 2 воздушных петель, столбик без накида в вершину следующего столбика, под арку из 2 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель. Под эту же арочку вяжем столбик без накида. Далее вяжем столбик без накида в вершину следующего столбика. Под арку из двух воздушных петель вяжем два столбика без накида. И в вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. Далее снова вяжем 3 воздушные петли. И повторяем. Следующие элементы 6 столбика. Первый столбик пропускаем, вершину второго столбика провязываем столбик без накида, под арку два столбика без накида. В вершину столбика вяжем столбик без накида, под арочку один столбик без накида, 5 воздушных петель. Под эту же арку вяжем столбик без накида, в вершину столбика вяжем столбик без накида, под арочку вяжем 2 столбика без накида и вершину столбика провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд, обвязали все вот эти вот элементы из 6 столбиков. И в конце ряда мы провязываем 3 воздушные петли и соединительный столбик в первый столбик без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик, прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получился. А сейчас хочу показать, как соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой два мотива. И так как у нас с вами 12 уголочков, Наш мотив шестиугольный, и каждая, его со... и каждая его сторона составляет две вот эти арочки из пяти воздушных петель. То есть каждая сторона соединяется за две арки. Я хочу присоединить мотив вот в это место. Соответственно, это по двум сторонам будет соединение. Вот первые две арки и вот вторые две арки. Всего четыре арки. Я вяжу последний ряд мотива. Обвязала вот уже все вот эти вот элементы из шести столбиков с одним накидом и мне нужно не довязать три элемента и четвертый вот этот элемент на котором я уже провязала вот здесь вот столбики без накида и теперь мне нужно вязать арку из пяти воздушных петель которые я буду присоединяться к соседнему мотиву итак я вяжу арку из пяти воздушных петель и разделяю ее на две воздушные петли Вытягиваю крючок из этой петельки, нахожу свое первое место присоединения. Вот оно будет, вот две арочки. И вот в это место, в эту арку из 5 воздушных петель, в центральную петельку, я ввожу крючок, захватываю петлю мотивчика, который вяжу, протягиваю через эту, эту петельку. Далее довязываю арку из 5 воздушных петель, вяжу еще 3 воздушные петли. И продолжаю обвязывать элементы 6 столбиков. То есть я вяжу дальше под эту же арочку столбик без накида. Далее вяжу вершину столбика, столбик без накида. Под арку из двух воздушных петель вяжу 2 столбика без накида. И в вершину столбика провязываю столбик без накида. Далее вяжу 3 воздушные петли, так как у меня идет по схеме. Снова во второй столбик вяжу столбик без накида. Арочку вяжу 2 столбика без накида, в вершину столбика вяжу столбик без накида, под следующую центральную арку из 2 воздушных петель вяжу столбик без накида и у меня снова арка из 5 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки, ищу следующее место соединения. Будьте внимательны, чтобы мотивы не перекрутились, они должны смотреть на вас лицевой стороной. Вот была первая арка, вот вторая. Нахожу центральную воздушную петлю на этой арочке, ввожу крючок, захватываю петлю, которую, мотива, который вяжу, и протягиваю сквозь эту петельку. Довязываю свою арку из 5 воздушных петель, вяжу еще 3 воздушные петли и продолжаю обвязывать вот эти 6 столбиков. Под арочку 2 столбика. И вершину столбика столбик без накида далее 3 воздушные петли обвязываю следующий элемент из 6 столбиков снова вяжу столбики без накида и дохожу до арки из 5 воздушных петель снова вяжу 2 воздушные петли вытягиваю крючок из петельки и смотрю следующее место соединения, вот оно у меня. Значит, я в арку на соседнем мотиве ввожу в центральную воздушную петлю крючок, захватываю петельку мотива, который вяжу, протягиваю через эту петлю, довязываю арку, провязываю 3 воздушные петли и дальше продолжаю ввязывать элемент из 6 столбиков. С одним накидом предыдущего ряда. Обвязала 3 воздушные петли. Следующий элемент из 6 столбиков с одним накидом. Начинаю обвязывать. Как обычно мы обвязывали при вязании мотива. Дохожу до арки из 5 воздушных петель, провязываю 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки, ищу следующую арку на противоположном мотиве. Вот она. В центральную воздушную петлю ввожу крючок, протягиваю петлю мотива, который вяжу вот таким образом. Далее довязываю свою арочку, вяжу 3 воздушные петли продолжаю обвязывать элемент из 6 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. В конце ряда вяжу 3 воздушные петли и соединительный столбик в первый столбик без накида. Закрепляю петельку, обрезаю нить и хвостики прячу в мотив. Вот мы присоединили еще один мотив. Вот такие красивые мотивы получились. Яркие, цветные и ажурные. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.